Привет всем любителям домашнего садоводства! Сегодня я покажу вам, как вырастить розмарин прямо у себя на подоконнике. Этот ароматный кустик не только украсит ваш дом, но и станет верным другом на кухне. Итак, начнем с горшка. Розмарину нужен простор для корней, поэтому выбирайте горшок диаметром хотя бы 30 сантиметров. И не забудьте проверить, есть ли на дне дренажные отверстия, они очень важны. Теперь о почве. Лучший вариант – это готовая смесь для кактусов и суккулентов. Она хорошо пропускает воду и не задерживает влагу. А это розмарину как раз по душе. Добавьте немного песка для еще лучшего дренажа. Переходим к посадке. Семена розмарина заглубите в почву примерно на сантиметр и слегка прижмите. Накройте горшок пленкой или стеклом, получится мини-тепличка. Регулярно проверяйте, чтобы почва оставалась влажной, но не переусердствуйте с поливом. Как только появятся первые росточки, уберите пленку и поставьте горшок на солнечное место. Розмарин – большой любитель света и тепла, как истинный южанин. Идеальное место – подоконник на южной стороне. Поливайте растения умеренно, не допуская переувлажнения. Не забывайте и про подкормку. Каждые 4-6 недель вносите комплексные минеральные удобрения. Это поможет розмарину вырасти крепким и здоровым. Обрезка – тоже важная часть ухода. Регулярно прищипывайте верхушки, это простимулирует рост боковых побегов, и ваш розмарин станет пышным и густым, как у бабушки в деревне. И вот он, ваш домашний розмарин, готовый радовать вас сочной зеленью и ярким ароматом. Не забывайте использовать его в кулинарии, розмарин отлично сочетается с мясом, рыбой и овощами. Вот и все на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь в комментариях своими успехами в выращивании розмарина. До новых встреч, друзья!